Зачем ты пришел? Шахрезад, прошу, выслушай меня. Я не хочу тебя слушать. Ты не скажешь ни слова правды, так что уходи. Я обещаю исправиться, только выслушай меня. Умоляю, 2 минуты. Пожалуйста. Как это ты не знаешь, Миляк? Она не сообщила, где была столько времени? Она не сказала ни слова, Кирилл. Как это не сказала? Или она просила не говорить мне? Да нет, этого не было. Она позвонила родителям, предупредила, что все в порядке, она отдыхает, но где именно, не уточнила. Наши родители тоже ничего не понимают. Она звонила родителям. Если я что-то узнаю, то сразу сообщу. Правда, даю вам слово. С Бин, ну все в порядке. Почему ты так переживаешь? Я эгоист. И переживаю я скорее за себя. Боюсь, что Бену не захочет меня видеть. Вот, посмотри-ка сюда. Эрдал ищет финансового директора для своей компании. Турес МША требуется финансовый директор. Говори. Сначала ты. Здесь мы едины. Чье имя пришло тебе на ум? Мустафа Чилик. Уволился в прошлом году. Точно. Я подумал о нем же. Слушаю. Нурхаид Ханым. В прошлом году из финансового отдела уволился сотрудник. Мустафа, помните его? Да, я помню его. Давайте попробуем его найти. Хорошо, эфенди. Только не выдавай меня, дядя Бурхан. Он же убьет меня. Я буду поступать в этом году. Да покарает меня Аллах, если я срежусь. Не говори ему, Шахрезад, прошу тебя. Хорошо, не скажу. Но ты пойдешь на курсы. Утром будешь учиться, ну а после обеда работать здесь. Я согласен. Деньги, которые Бурханбей давал на занятия, ты положишь на счет. Тебе ясно? Как только начнешь учиться, то сразу признаешься Бурханбею, что обманывал его, и вернешь ему все его деньги. Конечно, конечно. И еще гони. Если я узнаю, что ты пропустил хоть одно занятие, я сразу же расскажу Бурханбею про твое гадкое поведение. Я больше не буду прогуливать, Шахрезад. Вот увидишь. Значит, договорились. Шахрезад, ты просто спасла меня. Ладно, гони. Аллах тебе, судья. Завари лучше, чем. О, Мустафа Бей, здравствуйте. Здравствуйте, как дела? Хорошо, а у вас? Нормально. А Нурбей на месте? На месте, прошу. Добрый день. Добрый день. Войдите. Здравствуйте. О, Мустафа. Здравствуй. Добрый день. Проходи, присаживайся. Как дела, Мустафа? Хорошо. Как новый бизнес? Ну, пока не очень, Нурбей. Проектов маловато. Ничего, со временем все наладится. Иногда я так жалею, что променял Биньяпы на собственный бизнес. Мы всегда рады видеть тебя, Мустафа. Если поймешь, что ошибся, работа в холдинге для тебя всегда найдется. Спасибо. Я так рад это слышать. Анур вкратце рассказал тебе о деле, а теперь обсудим детально. Да, конечно. Вы хотите, чтобы я устроился в Турес Иншаат на работу? Да, на время. Понимаю. Так мы узнаем, что за интриги плетет Эрдал Карайалджу. Я не могу отказаться, Керембе, этот человек подлец. Ты от него пострадал? Он сорвал нам пару сделок. Это долгая история. Ему никак нельзя доверять. Такие люди порочат мир бизнеса. Значит, согласен. Сделаешь это ради нас? Конечно, сделаю, да. А если он меня не возьмет? Когда не возьмет, тогда и подумаем. Ругай Биньяпы. Вспомни все самые грязные слова. Но веди диалог умело. Не вызывай подозрений. Легко сказать. Я должен убедить его в ненависти. А я о том, что работал с вами в Биньяпы, всегда с гордостью говорю. Спасибо, Мустафа, спасибо. Мы тоже всегда очень тепло о тебе вспоминаем. Однако, тебе все-таки придется очернить Биньяпы и всех ее сотрудников. Дядюшка твой так и работает в финансовой полиции? Дослужился до главного комиссара. Замечательно. Хорошо, мы закончили?
Все в порядке, спасибо. Вам спасибо. Я буду внизу. Прошу вас. Это я тоже вручаю вам. Если хотите, используйте их в новостях. О, это замечательно. Они нам пригодятся. Не будем тратить время. Начнем. Эрдал Бей, почему для компании Декория Базар вы выбрали именно Бену Атаман? Она же очень красивая женщина. Только не пишите это. Но шутки в сторону. Мы основывались исключительно на том, что потребителя привлечет наше деловое сотрудничество с весьма успешной бизнес-леди. Поймите, ведь наши товары предназначены для светских дам. И долго вы уговаривали Бену Ханым позировать перед камерой? Ее не уговаривали. Мы давно знакомы с Бену Ханым. И с Керемом Инджи Углу тоже. Правда? Не знал. Ведь у вас были конфликты с Беньепой. В бизнесе иногда возникают проблемы, но они почти всегда легко решаются. Не акцентируйте внимание на мелочах. Мы, знаете ли, даже хотим начать вести с ними совместные проекты. Я ведь тоже строитель, не забывайте. В Турес Иншат. Керем Бей, наверное, оценил ваш проект? Он сказал, что ему все очень понравилось. Фюсон, я кое о чем хотела спросить тебя. Да, мама. Только будь добра, ответь мне честно. Ты сказала невестке нашей знакомой Маиде, что у Али Кемаля была другая женщина. А она сразу всем разболтала? Так, значит, сказала. Я тогда плохо соображала, вот и сорвалось с языка. Как тебе не стыдно, Фюсун? Разве можно так поступать? Мама. Она сначала поверить не могла. Так расстроилась, бедняжка. Хорошо, что спросила меня. Детка, зачем ты это делаешь? Разве о таком можно говорить всем посторонним подряд? А разве я сказала неправду? Разве Али Кемаль у нас такой святой? Разве они с ней не ждали ребенка? Фюсун, Али Кемаль твой муж по закону. Ну надо же! Да пропади он пропадом, такой муж. Фюсун. Алло? Добрый день, Фюсун Ханым. Это Селим. А, здравствуйте, Селим Бей. Надеюсь, не побеспокоил? Нет, я слушаю. Я звоню сказать, что для дальнейших занятий букет нам нужны новые материалы. А вы серьезно? Но мы уже купили дочери карандаши и краски. Значит, нужно что-то еще купить? Ну, это пока не горит. Но я решил заранее предупредить. Нужно купить пастель. На этой неделе мы займемся новой техникой. Минуточку, Селим Бей. Я возьму ручку, бумагу и сразу все запишу. Конечно. Простите, я заставила ждать. Ручку не можете найти? Эти дети все разбрасывают. Простите, как-то неловко получилось. Список будет длинный. Как сказать? Я хотел бы дать вам информацию в подробностях. Хорошо бы обсудить это не по телефону, а вот если бы мы с вами встретились. То есть вы... Я даже не знаю, что и ответить. Честно говоря, я ведь наверняка могу что-нибудь перепутать. Вот и я о том же. А так мы вместе решим, какие материалы стоит приобрести. Тогда я, наверное, перезвоню вам попозже, хорошо, Селим Бей? Перезвоните. Телефон вы знаете. Хорошо. До свидания. Удачи. Свинч, сейчас же пришли ко мне на Джми. Когда вы уволились из Беньепы? В прошлом году. Причина? Меня вынудили уйти. Почему? Постоянные склоки. Керем Бей человек тяжелый. Сколько вы там проработали? Более 4 лет. И вам дали достойную компенсацию? Да, под нажимом. Они долго упорствовали. Как это? Я пригрозил подать в суд, и вопрос решился. Ваши данные есть в деле. Это мне нравится. Все понятно. Посмотрим, Мустафа Бей. Претендентов много. Позже мы решим. Хорошо. Тогда с вашего разрешения я пойду. Всего доброго.
Вызывали, Эрдалбей? Бенье поизбавились от этого работника. Узнай, правду ли он говорит. Но у меня нет знакомых в Беньепе. Как же мне быть? В страховой поинтересуйся, в страховой. Там скажут, когда его уволили, и получил ли он от них компенсацию. А, хорошо, это просто. Аллах, Аллах, как же мне быть? Мозгами пошевелить, тупые баллоны. Это тебе. Что это? Я купил тебе подарок. Зачем? Добро пожаловать, дядя Бурхан. Добро пожаловать. Спасибо. Внизу так вкусно пахнет ужином. Но деда Ханым нет? Она наверх пошла, сейчас вернется. Вы занимаетесь? Да. Как выдается минутка, мы за учебу. И хорошо, правильно. А, гони. Ты положил на счет деньги за учебу? Положил, дядя Бурхан, положил. Хорошо. Хорошо. Забирай. Спасибо, обойдусь. Будешь слушать музыку? Этот маленький MP3-плеер вмещает в себя около 1000 песен. Говори уже тебе, не надо. Не говори глупостей. Я уже и музыку из интернета закачал, а пользоваться им очень легко. Сейчас вся молодежь в наушниках ходит, Айше. Бери, бери. Спасибо, конечно, но лучше ты его себе оставь. Айше... Не обижай меня. Вообще-то это ты меня сейчас обижаешь. За кого ты меня принимаешь, а? Я думал, мы все уладим, а оказывается, я ее обижаю.